Ну что, ребята, разобрались, приветствуем, продолжаем с вами проходить Iron Man 1, и, собственно, в прошлой серии мы с вами прошли самого глупого язычного босса, как, по-моему, мне, по-другому не встречался, по крайней мере, это просто, ну, посмотрите, ребята, ссылка в описании находится на полное прохождение за данной игрой, и подсказочка там вверху справа, Итака, да, есть, или ниже экрана спускаешься, там будет подсказочка, первый видос прикреплен с прошлой серии, и плодис также с полным прохождением данной игры прикреплен там. Вот, прошлая серия просто была уморительна максимально, вообще, ну, типа, какие-то бредовые задания, ну, ладно. Возможно, для этого года, этого года, грубо говоря, да, как он, 2004 или 2005, не помню точно, это была вообще норм. Но я думаю, это чисто сделал для фан-базы, и все, не более того. Просто попробовали игру сделать, на, типа, про Железного Человека. Что-то вроде фильм уже вышел, да, они по мотивам фильма чуть изменили некоторые, да, там, сюжетку чуть изменили, но в целом похоже очень, и поэтому, я думаю, они сделали, чуть так попробовали сделать для фан-базы, наверное, игры. Вот, но, собственно, мы ее пройдем полностью, поэтому, Саш, будет удобнее, надеюсь, вы спрятали где-то, кушать на чипотика в 5 или 5 АВД, при этом просмотр, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, что у нас, ну, короче, как я понял, вот эти улучшения, это то, что костюм, да, может, типа, новый костюм, там он может вот это, да? Правильно понимаю? Ты, к примеру, вот, смотри, вот, видишь? Нанотехнологии. Я не могу ее выбрать, самое интересное, то есть, что бы я ни делал, я не могу ее выбрать, самое интересное, понимаешь? Вот, все, не могу выбрать ее. Репульсора, блять. Чё у меня стоит вот это? Я хочу вот это, к примеру. Он не дает, короче, выбрать. Ну ладно, погнали, уровни. Мы с тобой прошли, собственно, раз, два, три, четыре, да, уровня. Нас осталось примерно раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть у нас миссия, ну, осталось. Поэтому давай пройдем быстренько, ладно. У нас есть третий костюм, Марк 3, давай погнали, чё. Погнали сразу же. Your company is under siege. Ну, эта компания, знаешь, моя. И я долго старался, чтобы делать очень такой популярный, проблемы решал. И все делал для того, чтобы сохранить ее. Мы не можем сделать. Ну, ты придумай что-нибудь, потому что мне нужно убрать этого мальчишку. Я должен убрать его, потому что он мне мешает. Эта компания моя. И только моя. Поэтому нужно сохранить ее как мы сможем, любыми способами. Хорошо, я вспомнил. Хорошо. Приступай к выполнению моего костюма. Что? Хорошо. Я вас понял. Ну, это чисто, знаете, тут нет субтитров просто. Я вот озвучу их, почему нет. Все, залагало на этом моменте или что, блядь? Окей, Роди, мы нашли главную жилу. Я сплотил стране, ага, прежде чем мы отменили контракт, поэтому, вероятно, у них больше оружия, чем у всех стран. Ну, же в доме семьи Нефария. Я не уйду сюда, пока не уничтожу все оружие Старк. Следующее строение у Уитни Фрост. Не могу с ней связаться. Ну, не ответит, но знает, почему я здесь. Тони, спутники засекли несколько бункеров. Вероятно, что Фрост что-то там. Джарвис, отметьте. Да, сэр. Enemy units detected, sir. The weapons that I sold. There's something sort of poetic about that. Да, я понял. Ебать, что? Новая ракета Прометея. Старт дальнего действия. Чё за... Можешь вычислить примерную траекторию? Нет логичных стратегических целей. Радиусы действия, сэр. Хорошо, есть логичные цели. Есть несколько центров населения в радиусе действия. Вроде уничтожу ракету, но ты лучше начинай эвакуацию людей, а? Что-то там. Где? А где она, блядь? Блядь, где она, подожди. Типа вот тут она.
missile destroyed, sir. Что мне с этим делать, подожди? Серьезно, то есть мне надо. Ну это долго, если честно. Да, можно вот так, хорошо. Так оно по одному тебя не забирает. Связь установлена. Сначала наши склады, потом наши заводы, теперь наш дом. Ты нас не сажайся, не буду больше тебя защищать. Слушай, это к друзьям не относится. Где? А вон, смотри, танк. Ты в курсе, что вообще? А, он еще это, блядь, с пулеметом. Ну ладно. Ребятки, ну вы хуйней занимаетесь, честно. Лучше пошли бы домой, не знаю, отдохнули бы. Ну, честное слово. Так, где next? О, хуя себе. Бля, что я делаю? Так, ну поехали. Что могу сказать? Угу, я понял. Хуй импульс еще, бля. Кто, блять, кто это делает? Где дурачок, который, блядь, с ракетами ебашит, блядь? Блядь, где я? Не вижу его. Ты, блядь? Ты дурачок, да? Я так примерно и понял. Интересное задание вообще просто. А, здесь даже так. Ну ладно, ребята. Ой, больно. А вон дурачок, смотри, вон дурачок. Блять, еще вертолеты всякие, блять. Добавляли всякую хуйни, блять, знаешь, блять. Поехали. Нужен новый запал ракет, сэр.
Ты что, дурак, блядь? Не, все хорошо, но... Бля, ну это долго будет продолжаться, не пойму, блядь. Ну вот это вот хуйня, блядь. Сколько у меня еще их нужно уничтожить? Раз, два, три, четыре, блядь, штуки аж. Поехали. Блядь, сука. На, ёпта. Все. Да все, пока, ебать, ребята. До свидания, блядь. Два вертолета, я хуе. Все хорошо. Где? А, ну ладно. Сэр, еще одна ракета готовится к запуску. Черт, Уитни. Типа, ну, они планировали, что, ну, это все будет, типа, это, блядь, как сказать, таким сложным, но это довольно-таки легко проходит, очень легко. Ну, типа, да, здесь можно, для того времени это было прям, о, блядь, что, ракеты какие-то, о, еще много всего, блядь, всякие, блядь, эти, нахуй, вертолеты, блядь, танки, хуянки, блядь, но на самом деле-то вот, изично пролетел, блядь, сказал, добрый вечер. Я к вам. Ну сюда вот так подлетел. А, стой, сейчас вертолет. Где он, блядь? Вот так взял вертолет. Бамс. Вот так взял. Встал сюда, вот так сделал. И все, блядь. Вот так вот сделал. А, похуй, да ему. Там еще, вон там, и все, больше нет. А, еще три, блядь. Кого нахуй? Ну ладно. Два вертолета, давай, блядь. Что ты, блядь, смотришь на меня? Ну, зажигание ракеты, сэр. Здесь последнее. Где она, блядь? Отлично, получилось. Ну все, часа. Да, да, блядь, мальчик, надо сначала дать хуйни, блядь, видишь, сломать, блядь. Ну, вертолет летит, ну давай, блядь, чё. На ракет у меня осталось, чё. О, блядь, тихо. Это пиздец, как долго все происходит, конечно. Опа, и все. О, на, ёпта. А, он оттуда. А здесь тугей не сломал, да?
Где вертолет? Где? 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 А, вон два, смотри, целых. Эх, ну давай чё. Теперь этот. Прям близ подойду. This is a waste of time, Whitney. Come out. Всё, ластов остался. Блин, на самом деле это не прям сложно, это просто типа реально, ну, легко. Чисто на фан, что ли, сделал, блядь. Танк в танк стал нормальным, то есть. Ну ладно. Well, I guess we'll find out. Ну ладно. Ну все, покеду, ребят. Давай, давай, пока. Нагонишь? Смотри, смотри, смотришь? Какие-то видишь у него эти электрические, нормально, блядь. Вот и все. То есть довольно-таки легко. Ну ладно. Найди главный машинный зал. Машинный зал на самом низком уровне. 200 футов вниз. Тоннель. Погнали, че, блядь, хуй. Я себе здесь. Да, блядь, дойди ты, дурак, блядь. Бля, ребят, ну серьезно, блядь. Давайте я же так же буду, блядь, хули. Вам же, ну, все равно, что. Да. На месте, сэр. Система сканирования может быть проблема. Нет проблем. Мы ничего не устроили и завершим миссию, нет? Сэр, компьютер предлагает, что попытка ближайшая... Ой, что, блядь? Что происходит, блядь? А, вот эту хуйню надо сломать. Давай. Прям прицельно, если помню, фигачит, нормально. А что тогда мне нужно сделать? Heart system failure.
Manual reboot activated. Backup system activated. О, просто подлететь, блядь. Да. Where to now, Jarvis? Unclear, sir. I suggest a manual sweep of the area. Так, сюда или едешь, да? Сюда нужно. Блять, что, чем? Manual reboot activated. Backup system activated. А чем я там должен? А как я там должен? Типа? Да все, пока, блять. Ой, блять, что вас тут много, нет, блять? Не кажется вам так? Опа, это что? Опа-на! Нихуя себе. Добрый вечер, лут. Получается так, да? И каким образом я туда что-то... Как я туда... А что я туда должен сделать? Что я должен сделать? Как мне вот эту вот тему, блядь, обойти? Даже может вот так вот получится. Да. Все понял. То есть репульсоры, а это да нормально. Это что, блять? Ну я тебя знаю, это не этого хочешь. Я помешал другу. Кого, блядь? Кого, блядь? System critical. Что нахуй? Что, блядь? Не понял прикола. Ладно. Я надеюсь, мы отсюда начнем. А мы с самого начала. Значит, ребята, тут подойду быстренько и продолжу затягивать, да? Будем затягивать хронометраж. 200 feet down. Suggest taking the tunnel. Да, я могу сломать. Destination, sir. Systems scanned. There may be a problem.
Nah, no problem. We destroy the compound and then mission accomplished. No more Magia. No, sir. Computer data suggests that Magia is scheduled to make a large purchase in the near future. A flying fortress. Да, ребят, прикиньте, даже их можно обходить, короче, видишь? Их можно обходить. Они даже не... даже так. Да иди ты нахуй. Reboot system activated. Override failure. Backup system activated. Даже здесь нету же этих. Не, вроде здесь нету, да, их? Да, вроде здесь нету. Это хуйня, бля, я там обошел, здесь нет. Ну, или бред какой-то, ну ладно. Мы уже с вами почти дошли до того момента. Сейчас, подожди, мальчик. Ну что ты, блядь, здесь делаешь? Все хорошо, все хорошо с ебальничком, нет? Ну, либо вот так решать вопрос, либо по-другому. Ну вот мы с вами дошли как до того места уже. И хочешь, можно сломать, я знаю. I know you, and this isn't what you want. I made a promise to a friend. Одолей Фроста. Смотри, вон там, видишь, вон. Вон. Понял. Да, можно его сломать. You've made a mistake coming here. Damage level critical. Manual heart system reboot activated. Backup system activated. Блять, пидорасы, ну ебаные. You
brought this on yourself, Tony. Блять, ну ты гнида ебаная, на, ёпта. Блять, что с... Что, блядь, происходит? Не пойму, что происходит, блядь. Держи, блядь, на, ёпта. Сосать подано, как говорится, на, ебать. Блять, все почти убусов, прикинь мне. Все, наконец, Тони. Ой, не-не-не, давай еще. Ты знал ее? Ну, давно, при других обстоятельствах. Потому что она так, там куча вооружения, Старк. Все, на что они годятся, фейерверки и металлолом. Фрост повержен. Вот так вот, ребята, вот так вот. Продолжить. Погнали, еще в воз крепости. Погнали. You toying with the tiger, old man? That trick again. Actually, between all the wine and women, I hardly had time to play in college. It didn't stop me from being undefeated 4 years in a row. Sorry about your luck. Life is a game for you, isn't it, Stark? Life is a blast. Survival's the game. You're making the right decision. As are you. Keep the merger under wraps for now. Just until we can iron out the kinks. So, no announcements then? That's what I said. But we start working together now. I have some equipment. New technology. I'd be curious to see what your men could do with it. It's the power source I'm interested in. Это, например, он будет, да, главным боссом у нас здесь в этой игре в конце. Magia's in shambles, Tony. Маша разрухи, то они без прибытия, чё? I believe it. They must have spent a fortune. For some people, I guess size does matter. Cut the crap, Tony. А что, главные пушки? Каким образом? Let's see if they know how to use it. Are you sure you're up for this, Tony? Ты этом, Тони? Это тебе не игра, не игра в автомате. This isn't a game in some penny arcade. You kidding? This is child's play. Это детские игры. Каким образом? Сэр, я должен сказать, что больше не радара, если вы его... Держи, да, сколько? Кого? Чё ты там делаешь? Алло. Система работает. Ну и славно, блять. Таким образом мне их сломать-то нужно.
They are shielded. Stark hardware. Good. There's a design flaw in those shields that we never solved. They can overload. There may be a control mechanism nearby, sir. Gotta be a way to reach it in here. Должен способ подобраться к ним. Avoid cannons if at all possible. Impact will cause immediate system failure. I'll try, Jarvis. Как я их должен уничтожить, по-твоему? Когда? Какой-то бред, нет? Хуя, ну вот смотри, текстура, видишь? Здорово. Сука, кто это сделал, а? Блять, серьезно? Не, ну ты серьезно сейчас, алё? Мужик, ну ты... Блять, это пиздец, бред. Охуенно. Пасть должен, типа. Ты попал вроде в него, нет, блядь. Что за хуйня вообще летает здесь? Ты кто, блядь? Давай, пока, блядь. Он заканчивается, что какого хуя, блядь? Пиздец, просто нету, прикинь. Хорошо, я тебя понял. Ему похуй вообще, ну ладно. На, ебать. Добрый вечер, блядь. Хорошо, давай просто отдохнем, хорошо. Пусть установится быстренько. Блять, вообще все равно, прикинь.
Давай ждать, пока она полностью становится хорошо, блять. Чё, подожду, пока, ребят, мы опять посижу. Как становится, так продолжим, потому что это смысла нет без этих репульсоров. Вообще смысла нету. Ребята, восстановилось уже, репульсоры восстановились, погнали. Сука. Ебучая. Угу. Блять, серьезно, нахуй, я увернулся, ну похуй. Алло. Ладно. Cannons destroyed, sir. Okay, what next? Блин, такой бред полный, блять. Ну ладно. Sir, central data storage located. Contains fortress blueprints. Let's get it then. Ребят, ну у вас все? Ой, тихо. Дожди. Jarvis, analyze for weak points. Surge protection circuits protect all reactors, sir. Circuits underneath hatches next to engines. Mark it. Пошел. Рядом с двигателем, только за двигателем. Сейчас, сейчас все сделал, не парься. Ой, бля, иди в пизду, мальчик. Да все, все, мальчик, пока, блядь. Это довольно-таки легко. Ну, с пушками было так чуть-чуть проблема, не спорю, но в целом довольно-таки легко. Ба-ба-бам, парарам, парарам. И что-то там, да? Естественно, блядь. Кто сомневался, знаешь ли? Вырубить это перенапряжение на 4 секторах. What's the best way in? The loading bay doors? Affirmative, sir. Control panel for bay doors at front of fortress. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто смотри, просто на, ну, в сторону у них просто проходишь, все. Площадка открывается, сэр.
Хочу, чтобы ты покончил это, но ищите всех внутри канала. Да, сэр. Проникни в концу главного двигателя и создайте счет напряжения. Окей. О боже, блядь. Бать, просто их аху. Да, то есть с пульсором вообще все равно, да? То есть, ну, понятно. Да, но они были мои единственные покупатели. Все еще есть куча оружия, Старк, и я его найду. А, типа, он по, за всю, ну, типа, по сюжету будет просто унижать свое оружие, унижать. Ну ладно. Давай, собственно, с тобой на этом закончим. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Такая серия была, блин, бредовая, конечно, миссия. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Увидимся в следующих сериях. Давайте.